Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале The Gaming, а с вами, как всегда, Александр. И сегодня мы с вами продолжаем проходить сюжет Red Dead Redemption 2 с максимальным погружением. В общем, всем добро пожаловать на нашу очередную серию. Мы здесь до сих пор еще находимся в Колтере. А, я что-то подумал, что это какая-то коллекционочка у нас из нашего... онлайна, знаете, или такой звук интересный был. В общем, наша задача продолжить проходить сюжетные миссии. Как полагаю, что в Колтере особо ничего такого естественного нету. Я не знаю, вы напишите, может быть, здесь есть какие-то места, где нужно что-то исследовать, о чем-то, так сказать, разузнать, узнать, потому что так вот, когда мы смотрим, ну, ничего здесь нету. Здесь вот спаленное, то, что спалили, да, ну, благодаря... Микки, по-моему, он там перевернул стол, и хижина наша спалилась. Получается, у нас только задания, побочных заданий никаких у нас нету. Поэтому давайте перейдем к нашему сюжетному заданию и посмотрим, что же нас ждет. Что ждет Артура. Так. Так, ну что ж, холодно. Холодно, поэтому нужно, конечно же, поскорее выполнять сюжетное задание и отправляться, где потеплее. You lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Устроим праздник. Party. Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now. Ота, разборочка у нас, да, петушиная байка. Homo Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Homo Driscoll. Let's go. I know you hate him. Так, ну что ж, погнали. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is right. Видимо, это не так. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains. Кстати, знаете, вот, друзья, вот я постоянно проводил различные тесты, выводил различные настройки. Знаете, какая идея возникла? Пока вот у нас здесь заставка идет, в принципе, мы тут разговариваем о том, что нам нужно все-таки навестить Адрискалов и их уничтожить. В общем, у меня такая идея возникла, пока тут я смотрел на лица, на окружение, а не записать ли мне видеоролик с настройками под различные Xbox. Ну, точнее, настройки, которые установлены вот на тех же самых консолях, под которыми мы все равняемся, да, потому что на PS4, когда я проходил, графика была очень-очень хорошая, и особо там я не заморачивался по поводу там мыла и прочее. Потом также получается на Xbox One X тоже довольно-таки хорошая картиночка. Сейчас еще новые консоли вышли, там тоже используются определенные настройки. Поэтому, если бы хотелось бы вам посмотреть, какие настройки используются на этих консолях, то обязательно пишите в комментарии. Возможно, я запишу такой видеоролик. В общем, опять у нас очень жесткая метель, прям буря. Так, да, он сказал идти по главной дороге на юго-запад, а не разбили лагерь у какого-то озера. Ага. Так, давайте найдем этих ублюдков и увидим... А, увидим у них ограбление до того, как они найдут нас. Ага. А, будем уводить ограбление. Кстати, ограбление довольно интересное. И с этого ограбления начинается первая странность, которую мы встречаем в сюжете Red Dead Redemption 2. Это все тот же извечно больной вопрос, да? Мика все-таки крыса или нет? Но я им скажу, что крыса. Да, метель, конечно, прям очень сильно такая, прям жесткая. Мне раньше казалось, что такой метели не было. Когда вот первый раз проходил, не знаю, может быть, сейчас такая метель стала. Кстати, а что, следы не оставляем? А, странно, разделение такая, граница, знаете ли. Нету следов, вот они пошли.
И они вон там. Ага, окей, хорошо. Хорошо, они вон там, это хорошо. Кстати, знаете что? Есть вот... А, нет, подожди. Я думал, типа, нельзя... Ай, куда? Подожди, вот. Сейчас хочу кое-что посмотреть, вообще будет ли изменять. Я потому что на самом деле, когда настраивал, да, вот эту настройку, я особо не смотрел. То есть, типа, чё почём, вот, частицы. Это же, типа, за снег отвечает. Мне вот интересно, вообще у нас будут какие-то изменения на снегу? По FPS точно нет изменений. Да вроде нет, кстати, странно. А чем тут отличается настройка? Я чуть не понял. Видимо, наверное, на снег эта настройка не совсем-то и влияет. Потому что снег как проминался, так и проминается. Ничего сверхъестественного я не вижу в нем. Ладно. Может, мы ускоримся, нет? Ваша с ним вражда? Ну, это сейчас обсуждение вражды идет. Кстати, вражда, да, конечно, там тот убил брата, этот убил подругу, и вот понеслось, поехало. Хотя первый начал, кстати, первый-то начал, да, Дач, но все равно Дач считает, что он вот лучше и лучше. Ну, кстати, мы уже подбираемся, да, дымочек я вижу, то есть мы где-то рядышком. Так, все, приехали, да? Да ты что? Кстати, лошадь у нее, посмотрите, какая прикольная. Граф это вроде бы, а у него такая, знаете, что ли, розовая. Что-то как-то он долго ждал, чтобы сказать речь. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little. На разведку. See if we Хорошо. Can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position. Мне можно лошади будет взять? Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Давайте посижу, хорошо. Так, вперед, окей. А что не открывается тап? А, наверное, потом. Сейчас разведка идет, и только потом я возьму оружие. Блин, вот эти, конечно, моменты, которые, знаете, вот вроде бы ты знаешь, что тебе же нужно взять карабин, там, пушку какую-то, а у тебя нет этой, как бы, функции. Она недоступна у тебя. Потому что, блин, да что ж за дела такие? Опа, у каждого бинокль. А вот в онлайне бинокль же вроде бы серебристый, да? Прогрузка такая хорошенькая, да, друзья? Была сейчас. Замечательная игра. Мне нравится. Но, скорее всего, это из-за того, что на HDD-диске она установлена. Все-таки надо ставить сейчас все игры на SSD. На HDD-дисках только, там, не знаю, какую-нибудь информацию хранить. То есть запись, вот как я сейчас записываю, да, видеоролик. То есть его записывать на... HDD-диска, то есть на SSD-шник уже должна быть установлена игра. Наверное, рассказали о том, что... Пусть лучшая часть из них уедет отсюда. Ага. Окей, хорошо. Хотя, да, вот по факту, если бы сейчас бы сразу напали, да, всех перестреляли, то намного проще было бы. Потому что они не единожды, так сказать, на нас будут нападать. Что удивительно. Так, некоторые ребята, кстати, нас здесь ждут, окей. Ну, снег, конечно, шикарный, да. Учитывая, что игра вышла в 2018 году. И на тот период это самый красивый снег был. Ну хотя сейчас, по-моему, я еще лучше снега не видел нигде, если честно. Ага. Все, набор я взял свой. Ага. Лук тоже взял, потому что мало ли, может, кстати, с луком поубивать. Он же бесшумный.
Почему мне... Как ты и сказал, месть — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies. Добыть припасы, снаряжение и убраться отсюда. Все остальное, включая кольму, может подождать. Okay. То сейчас хотел. Если бы он бы не уезжал бы, то мы сейчас бы убили и его. Чё ты гонишь? Ты чё-то не то говоришь, братишка. Может, мы его пропустим вперед, нет? Его можно как-то пропустить? А, нет, у нас вообще вон мы... Чисто он нас подпирает, поэтому у нас чуть-чуть мы, так сказать, застряли. Ну да ладно. Спустимся сейчас как-нибудь. Не знаю, может, сейчас на развороте нас обгонят, нет? Давай, чел. А, он за нами идет, что ли? А, нет, нет, не за нами, блин. Странно какое-то у нее поведение, на самом деле. Здесь крутой спуск, осторожно. И, блядь, я надо сейчас скинуть, и все, меньше проблем будет потом в будущем. Потому что Дач, на самом деле, он же тоже такой не совсем-то и хороший персонаж, если честно. Он постоянно там, у меня есть план, у меня есть план. А плана-то у него вообще никакого нет. Если бы Артур был бы именно главой бы вот этого лагеря, мне кажется, что шансов у всех бы было бы больше выжить. Потому что я когда составлял про... текст про банду Вандерлинда, да? Я посмотрел, там, блин, в конечном итоге-то практически все умерли. То есть никто особо, так сказать, долго не прожил. Только Джон, наверное, начал вот этим вот селе, ну, как-то фермерством заниматься, вот. Сельское хозяйство вести, так сказать. А так, по факту, все. Все там постоянно рипались. А, пригнись, окей, окей, братан, все. Действуем. Чисто. По стелсу. Блин, ну посмотрите, насколько кобура про... Вот я не понимаю, почему в Red Dead Online это было сложно сделать. Посмотрите. Окей, let's get in cover. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. А он еще отойдет или нет? Ну, бля, походу не будет отходить. Воу! Выносит. А, кстати, враги-то не отображаются? А, это наш, что ли? Ах ты. Оу! А, подождите, а здесь получается, когда мы с лука убиваем, у нас нет, да, вот этих завершающих убийств? Красивых, как... просто лучник. Ну, короче, это Робин Гуд, ребята. Это Робин... О-ху-ху-ху! Есть все-таки удары добивающие. Господи, как это шикарно. Обалденно. Разрешите собрать стрелы. Ух, отлично. Ух, мощно, мощно, мощно. Артур просто красавчик. Не, но мне кажется, что... А здесь в начале, блин, ну никто не проходил. Ну, мне так кажется.
Потому что все почему-то, скорее всего, проходили с пушками, никто не пробовал с луком. Но с луком это настолько эпично, блин, я не знаю. Мне почему-то захотелось, знаете, что сделать? Просто всю игру, блин, пройти с луком. То есть как можно меньше использовать. Понятное дело, что это невозможно, но хотя бы вот, до того периода, пока не будет какой-то острой необходимости, вообще не использовать, как бы... Еще такого... 14. А, мне нет, кстати. А чё мне спогла? Это, блядь, лошадь. Вау, здесь долгий же обыск. Я забыл. В бочину прям. Бля, ну такое ощущение, что у меня стрела какая-то... Бля, чё? Подожди. А где тут? Где тут? Я не могу понять. Ой, а чё это? Я промазал? В смысле? Да, он походу... У меня стрелы закончились, да? Нет, подожди, стрелы не закончились. Господи, а что ж... Вот. Все. В жопку тебе, дружище. Так, ладно. Ладно. Давайте, наверное, все трубки сначала обследуем. Потому что все-таки напряженочка здесь была очень-очень хорошая. Плохо, что, конечно, знаете ли, только в режиме меткого глаза стрела, так сказать, когда она выпускается, она летит именно в цель. То есть, типа, как управляемая стрела, знаете, как в фильме «Особо опасен». То есть, при обычной стрельбе, конечно, этого нету, а они частенько передвигаются. Поэтому мы можем чуть-чуть, кстати, и облажаться. Интересно, вообще стрелы здесь можно боезапас какой-то увеличивать? Было бы прикольно. Так, ну банда подождет, потому что я знаю, что если мы сейчас выполним задание, то у нас уже не будет возможности их обыскать. А обыскать их нужно нам. Потому что у них может быть что-нибудь полезное, что-нибудь интересное. Ну, давайте вот это. Так, осмотреть. Сейчас мы по-быстрому это все осмотрим. Все-таки это полное прохождение, поэтому, ну, мало ли, вдруг у них что-то будет. Правда, да, не показывается даже, что я нахожу. Не знаю, надо посмотреть, возможно, это стоит включить. Потому что это не совсем удобно будет. То есть мы, получается, что-то нашли, а что мы нашли, хрен его знает. Что-то падает там. Не знаю, посмотрим. Так, ладно, давайте соберемся. Ничего страшного, подождете, я же начальник здесь вообще. Вы не в курсе, что ли? Переворошим. Да что тут ворошить? Вот сюда вот залетайте сразу, я тут все знаю. Крекеры. О, крекеры возьму. Консервированные овощи. О, сигара. Давайте на табак. Принеси. Открыть сундучок. Кошелек. Так, никто ничего не видел, поэтому забейте, ребят. Вообще никто ничего не видел. Успокойтесь. Сигара. Ох. Так, ну это мы знаем, что я динамита. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. И пахнет как надо, это хорошо. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect.
Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Двигаемся дальше. Окей, давайте двигаемся дальше. Хорошо. Ну вот видите, как я говорил, то есть мы нашли динамит, все. И мы теперь отсюда уходим. Ну, в принципе, тут с трупов-то не так много падает, чтобы прямо на них обращать внимание. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. Снежная, конечно, вот эти вот дела, миссии в снегу, да, в Колтере, они, конечно, очень такие специфичные, имеют свой собственный шарм какой-то. То есть здесь очень приятно играть. Потому что, ну, не знаю, может быть из-за снега или может быть вообще из атмосферы. У нас мало, к сожалению, у нас мало миссий, которые связаны с этой областью. Если мы в будущем потом возвращаемся... Не, ну мы, в принципе, сюда примерно вернемся, но это будет в конце игры, по-моему. Я, правда, конец игры не видел, поэтому могу ошибаться, может быть, и не в конце. Ну ладно. А, в общем, мы хорошо так зачистили с вами. Как мы знаем, стрелы тоже имеют вот этот вот, типа, последний момент такой. Супер-килл, наверное, какой-то. И выглядит это очень эффектно, поэтому я, конечно же, буду бегать с луком. Шалук мне очень сильно симпатизирует. Мне реально нравится. Единственное, что мне бесит в сюжете, что оружие постоянно нужно доставать. То есть пистолеты, да, они остаются в кобуре, но вот два других оружия нам нужно... Конечно же, доставать постоянно с лошади. Это чутка раздражает. Но с другой стороны, это же реализм, правильно? То есть по факту мы когда садимся на лошадь, мы у себя с плеч убираем оружие, так сказать, в кобуру на лошади запихиваем и езжаем дальше. Соответственно, когда мы слезаем, нам нужно обратно его достать. О! Да, кстати, вот этого парнишка жалко будет. Небольшой такой спойлер, что с ним что-то случится. Но конкретно что и как, это мы оставим для какой-нибудь серии. Но будет эпично это все обставлено на самом деле. Бандит Адрискала. Отпустить меня нет, я не могу тебя отпустить. Кстати, да, отпустить у нее даже функции такой нет. Потому что, мало ли, Артур же мог не догнать, но, видимо, это миссия, при которой тогда мне бы выдало, что типа, ну, как бы, извините, но вы проиграли. И вам нужно начать заново. Я, кстати, забыл, что нам сейчас придется его ловить. Вроде бы столько раз проходил. Думал, что мы уже обратно едем. Так, куда нам? Сюда, наверное, да? Подождите, а куда нам ехать-то? Ну, в принципе, да. По этой дороге. Без карты, конечно, чуть-чуть непривычно. Я почему-то думал, что сейчас будет курсор этот показываться на компасе, но курсора на компасе нет. Окей, хорошо. Туда, где... А, так, зачем? Что вы со мной сделаете? Ничего хорошего, да? То, что тебе не понравится. Ну да, я угадал. Так что прибери силы для воплей. Нет, не надо. Да надо, братишка, надо. Что там по карте-то? Прямо доехать, окей. Едем прямо, никуда не сворачиваем. Просто езжаем. Шикарное, конечно, место Колтера. Суровое, но красивое. Да ладно, что ты переживаешь, братишка, все нормально будет, успокойся. Сейчас по-быстрому тебя отвезем в лагерь, и все. Будешь разговорчив, значит, все получишь. Не будешь разговорчив, значит, ничего не получишь. Ух ты, практически северное сияние, правда, не северное сияние, но близко. Ух, я просто сломаю. Что-то какой-то он такой, знаете, плаксливый немножко. Так, да, все, я на место приехал. Круто, чё-то. Так, сюда, наверное. Ну, хотя она была с другой стороны, не с той стороны заехал. Ну, да ладно. Чё там? Готовит? Есть. Мистер Пирсон. Let's introduce you to the boys.
представлю парням. Но это не совсем его самое, так сказать, лучшее знакомство. Так, Киран. О, его Киран зовут, кстати, да. Киран Дафни, что ли? Или как-то так. Так, куда мне надо нести-то? Господи. А, вот. Там ребята уже заждались меня. Found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Oh, поговорки. We shoot fellas as need shooting. Save fellas. Is need saving, and feed him. Is need feeding. We are gonna find out what you need. Wow. I can't believe it. Самому не верится. Подручный Дрискола в моем лагере, да? I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Ой, будет, да, много будет возможностей. Получится ли у нас ограбить по этот поезд? Ну, наверное, я думаю, что получится ограбить, почему нет? Сегодня, блин, ночь какая, да, красиво, посмотрите на снег, сияет и блестит, метель, блин, ну, красивая игра. Так, да, сохранить, конечно. Перезаписать. Несколько дней спустя. Я так полагаю, что глава Колтер у нас потихонечку подходит к завершению. Артура снова мысли. Эти несколько недель были трудными. Но Дач не был бы Дачем, если бы не занимался составлением планов. И Дач не был бы Дачем, если бы эти планы не включали в себя ограбление и мечты. Кто, черт возьми, этот Левит? Корону. А, ну, Левит, Левит, это хорошо. И, так, ага. Это Джон. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look, Ashley. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. Ой, да там царапина, господи, то, что осталось. Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower. Just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Да мы и так уйдем, Хозе. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Нам нужны деньги. Все, что у нас было, осталось в Блэквотере. Ты хочешь туда вернуться? Нет. Конечно, нет. Никто не хочет в Блэквотер пока что возвращаться. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, самое интересное, что ведь Хозе, он же равноправный такой же, так сказать, глава вот этой банды, как и Дач. Ведь именно они вместе с Хозе основали банду Вандерлинда. Я не знаю, почему именно в честь Вандерлинда эта банда названа. Но они именно решили вместе основать, и у них вот с этого времени пошла вот эта банда. Мне в некоторых случаях, конечно, очень жалко Хози, потому что реально очень классный мужик, и вот, вот так вот, да, Дач занял единственное место правления. У нас, кстати, сразу началась другая миссия, друзья, но ее мы с вами пройдем не сейчас, а, конечно же, в следующем видеоролике. Потому что, да, хотелось бы записывать подолгу, но я знаю, что многие сорванцы не смотрят и 5 минут эти видеоролики. Поэтому, дорогие друзья, нам пора заканчивать. Огромнейшее всем спасибо, кто пришел на очередную серию по прохождению Red Dead Redemption 2 с максимальным погружением. Все довольно отлично. Лук мне прям зашел очень-очень сильно. Я постараюсь максимально больше времени уделять именно ему. Конечно, сейчас это сложно сделать. Ой, потому что стрел-то у меня мало. А ну, что-нибудь мы придумаем.
Не забывайте подписываться на канал, если вы вдруг впервые здесь. Если нет, то не забывайте побольше ставить лайков и оставляйте комментариев. До встречи в следующем видеоролике. Не забывайте смотреть и другие видосы по другим играм. Это очень важно для развития нашего канала. Рассказывайте о нашем канале другим. И, в общем, не прощаюсь. Скоро увидимся.